Масштабного преображения лица города набережной Перемяки ждут уже давно. Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу продолжать делать город привлекательным для горожан и гостей. Реконструировать такой серьезный и масштабный объект, как известно, решили частями. В прошлом году закончили один из центральных участков – спуск к берегу от Соборной площади. Теперь на очереди следующий этап. Еще один отрезок приведут в порядок благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». Он состоит из двух частей. Одна часть – это благоустройство внутри дворовых территорий. Вторая часть – это один из знаковых объектов, которые должны были определить горожане. Вчера мы подводили комиссионные итоги, и горожане города Перми выбрали набережную. Именно за этот проект проголосовало большинство пермяков. Администрация Перми продолжит реконструкцию летом. В этом году планируют обустроить участок от насосной станции до коммунального моста. А в 2018-м в работу возьмут отрезок от моста до порта. Проект предусматривает солидную променадную зону с развитой современной инфраструктурой, спортивной, культурной и торговой площадки. Но окончательным данный проект назвать пока нельзя. Его будут корректировать в зависимости от пожеланий общественности. Мы еще соберем мнение горожан, чтобы они хотели видеть на набережной. И получается, у нас с одной стороны будет художественная галерея, с другой стороны театр оперы и балета, а внизу будет красивая набережная. То есть у нас по существу действительно город очень резко может двинуться вперед с точки зрения развития культурного пространства. Набережную необходимо сделать живой, посещаемой в любое время года. Поэтому отдельное внимание власти уделяют культурно-массовым проектам. Один из них носит название «В субботу на набережной». Мы хотим наполнить совершенно разнообразными событиями. По сути дела, такой театр под открытым небом, со своей программой, со своей афишей, с каким-то важным событием в конце каждого дня. Кстати, в рамках проекта «Комфортная городская среда» многие пермяки проголосовали также за другие знаковые для города объекты – сквер имени Розалии Землячки, пешеходную зону на улице Крупской и сквер на улице Гашкова на второй вышке. Часть из них уже в планах городских властей на 2017-2018 годы. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.